прокуратуры Волгоградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя города Волгограда. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Как следует из материалов уголовного дела, в вечернее время 10 августа 2018 года молодой человек двигался на рамном внедорожнике иностранного производства по автодороге в сторону рабочего поселка Средняя Ахтуба. Не убедившись в безопасности маневра при обгоне попутно двигавшихся транспортных средств, автомобиль обвиняемого на встречной полосе совершил столкновение с легковым автомобилем иностранного производства под управлением 39-летнего жителя города Волжского. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля, а также его 33-летняя жена и дочери 5 и 7 лет погибли на месте. Вину в инкриминируемом деянии молодой человек полностью признал. Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Среднеахтубинский районный суд. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей. Санкция части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.